Влада, полупальчики, Влада, циркуля, повернись. Даже Влада. Во время записи интервью она отвлекается на тренировку своих подопечных, пытается исправить каждый недочет. Ирина Дерюгина может молча наблюдать, может накричать, может взбодрить и подсказать. Описать Ирину Ивановну как тренера трудно. Достаточно просто посмотреть, как она наблюдает за выступлениями наших девчонок. Как будто она с ними на ковре, даже движение делает в такт. Эти кадры мы сняли в Минске, ездили со сборной на этап Кубка мира. Из Беларуси девчонки привезли только одну медаль, бронзовую Влады Никольченко, в упражнении с обручем. Действительно, у меня было все готово, но какие-то мелочи, то там, это, конечно, не дало мне взять еще медали в других видах. Ирина Дерюгина объяснила, эти выступления – генеральная репетиция перед главным стартом сезона чемпионатом мира. У нас каждый день две тренировки, еще дети бегают кросс. После соревнований на отдых у наших гимнасток был всего один день, потом ежедневные тренировки. Мы приехали на так называемый генеральный прогон. Получается не все. Спортсменки часто ошибаются, теряют предмет. Создается впечатление, что волнуются. В зале много людей, камеры. Пытаемся им, стресс, вызвать стресс, чтобы они лишний раз почувствовали. Просто вот 3 дня назад было лучше. Просто сейчас они берегут силы, реально берегут силы. Вы же понимаете, что они миллион раз делали все то, что они делают. Важно сделать один раз очень хорошо и правильно. Это Ирина Ивановна поясняет уже после тренировки. Во время нее подопечные, как говорится, получали от тренера на орехи. Я не знаю, как вам это объяснить. Девчонки после таких замечаний не сдерживают слез, но на тренера не обижаются, понимают, она хочет как лучше. И знают, что когда-то Дерюгина была на их месте и тоже получала свое. Не надо суетиться там, Ира. На этих архивных кадрах Альбина Дерюгина готовит к очередному турниру свою лучшую ученицу – дочь Ирину. В середине 70-х гимнастке не было равных в мире. Она единственная советская спортсменка, которая смогла дважды стать абсолютной чемпионкой планеты. Большие победы Ирины Дерюгиной давались с большой болью. В 1977 в Швейцарии, накануне дебютного чемпионата мира, она слегла с грудным радикулитом. Несмотря на спазмы, вышла на ковер и победила. А после второй победы на чемпионате мира в 79-м Дерюгина получила сложную травму – разрыв крестообразной связки и закончила карьеру. Несмотря на это, на всю жизнь сохранила любовь к гимнастике. Эта любовь к спорту помогла ей вместе с мамой Альбиной Николаевной в начале 90-х фактически с нуля создать школу украинской гимнастики, которая подарила нам много чемпионок. Тимошенко, Серебрянскую, Резадинову, Бессонову, Годунко. Художественная гимнастика в большом тренде. И это один из самых популярных видов спорта стал для детей на Украине. Ну, по численности это самый популярный. Мы только с футболом конкурируем. При этом должного внимания к художественной гимнастике в стране нет, жалуется Ирина Ивановна. Вот этот зал самый лучший в Украине. Здесь всего 2 тренировочных ковра, а потолки высотой 7 метров, хотя положено 14. Да и состояние зала давно оставляет желать лучшего. Просят, умоляют, чтобы правительство поддержало нам реконструкцию, потому что мы должны за этот год доделать еще 3 зала здесь, рядом, прямо на территории, вплотную. Это даст возможность иметь дополнительные нормальные площадки, когда можно будет, извините, нормально работать. Для сравнения, вот дворец художественной гимнастики в Минске. Несколько залов, все новое, высокие потолки, удобные ковры, тренажеры. Несмотря на то, что условия подготовки у наших спортсменок одни из худших в мире, украинская команда продолжает быть одной из сильнейших сборных. И хоть мы и переживаем сейчас смену поколений, на стартовавшем в Болгарии чемпионате мира точно будем претендовать на медали. Они все прыгают, они все вращаются, они стоят в равновесиях на высоких полупальцах. Так как Влада прыгает, сегодня никто не прыгает. И по 5 поворотов крутит спокойно. Речь о Владе Никольченко. Она лидер и главная надежда сборной. Не только сейчас, но и на Олимпиаде 2020. Ее выступления, как, впрочем, и остальных девушек, состоят в основном из сложных элементов.
чтобы претендовать на высшую оценку. Я, наверное, одна из единственных осталась в мире, которая сохранила вот ту плеяду, технику, то знание предмета, которые сегодня, в принципе, в этих правилах даже не обязательны. То есть выходят дети, такое делают ужасное, косолапыми, страшными ногами. Публике это не нравится. Я люблю те правила и ту гимнастику, которая нравится публике. Понравятся ли выступления наших девчонок зрителям, а главное судьям на чемпионате мира? Об этом расскажем уже завтра. Не пропустите эксклюзивный материал из Болгарии об одном из главных спортивных стартов этого года.